Дорогие друзья, а я продолжаю готовиться к новогодней сервировке в золоте и получаю поздравления. И вот смотрите, какой замечательный подарок мне прислала моя подписчица Олеся. Мария Владимировна, в качестве презента предлагаю открытки с рецептами из поваренной книги Софьи Андреевны Толстой. Вдруг нам, вашим подписчикам, посчастливится увидеть приготовление каких-нибудь вкусностей и их дегустацию в вашей красивой посуде. С наилучшими пожеланиями, ваша подписчица Олеся. Спасибо, дорогая Олеся. Мне очень приятен твой подарок. Я очень рада. Ну, во-первых, я, как и все, очень люблю вообще получать подарки. А этот подарок особенно приятен. Ведь вы, наверное, помните, как я готовила на даче любимые блюда Николая II. Обязательно попробую приготовить и блюда Софьи Андреевны Толстой по этим рецептам. Тем более у меня появилось много очень интересной чайной посуды для дачи. Милая Олеся, поздравляю вас и моих дорогих подписчиков с наступающим Новым годом. Мы, как всегда, будем ждать хорошие новости и новогодние сюрпризы. И я очень рада, что вы все, мои дорогие, не только увлеченные коллекционеры, но и добрые, позитивные люди. Доброе время суток, дорогие друзья! В этот сказочный вечер, посмотрите, какая красота вокруг, мы с друзьями идем на балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в зал церковных соборов храма Христа Спасителя. Это еще один подарок, но уже от моих друзей. Я не представляю Новый год и Рождество без балета «Щелкунчик». Кстати, в этом году в музыкальном театре Станиславского Немировича Данченко премьера. Балет вышел накануне 130-летия со дня его первой постановки. Впервые самый праздничный балет Петра Чайковского был поставлен на сцене Мариинского театра в декабре 1892 года. Признаюсь вам, что в этом в зале церковных соборов я оказалась впервые, и мне было очень интересно. К сожалению, музыка звучала в записи, так как места для оркестра здесь не было предусмотрено при строительстве собора. Я смотрела даже этот балет из Лондона онлайн.
Thank you.